Всем огромный привет. Вот эта дыня, она у нас уже где-то 5 дней лежит. Все никак что-то мы ее не решались попробовать. И сейчас буду куштувати. Сподіваюсь, вона смачна. Короче, видите, вот это зелененькое. Я надеялась, что это может какой-то сорт такой, что он такой цвет появился. Не знаю. На самом деле это просто зеленое. Хрустит прям зеленая-зеленая. Обидно. Хотя вот на вид она была как спелая прям. И пахла очень. Ну, жаль, что можно сказать. Еще раз привет. Это уже следующий день. Ничего не хотелось снимать. Не было на это никакого настроения, желания. Поэтому вот у нас следующий день. И мы сейчас вам покажем, какие мы купили себе свитшотики на осень. Хотя то, какое тут лето, они могут пригодиться и летом. Пока была скидка, решили купить. Сейчас все покажем. Вот Настя показывает свой вариант. Ну, такой вот с H&M. Эска, на минуточку. 13. Стоил 30 евро, сейчас скидка. 13. 31 евро стоил, сейчас 12,99. Почему бы не взять обычненький свитшот? Ну, нормально. Качество хорошее просто. Качество. Плюс, что меня это радует, чтобы не замерзать. Вот. Тепленький. Тепленькое. И что еще? Подожди, это вот это или нет? Вот это что? ФБ? Да? Не написано, странно. Не знаю. А ФБ это разве не Нью-Йоркер? А, да, я перепуталась. По-моему. Да, это Нью-Йоркер. Ну ладно. Ну, вроде... Не, по качеству хороший. Хороший, да. Там... И капюшончик есть. Не, конечно, не 100% катона. Ну, покажи эту. Нет, с другой стороны. 20% катона и 20% полиэстер. Но здесь в составе, короче, хороший состав. Давай мой теперь показывай. Ну, вот такой строк. Тоже такой же похожий. Тоже капюшончик, у тебя полегче чуть-чуть. Да, как будто. Ну вот. Единственное, что я переживаю, чтобы вот эти это вот буковки не стерлись. Ну да, вот это. Не знаю. Вот. А, Настя, ты что? Тоже, Аня. Тоже. Стоил 31 евро, а теперь 13 евро. Почему бы не взять? Потому что я Ане говорю дальше, когда сейчас будет уже осень, там ну, конец да. августа, будут цены 30 и больше. Они не, поэтому нужно брать пока скидки вот на осень покупать. Знаешь, что сейчас напишут? Что, я да. уже просто вижу, напишут. Знаешь, что напишут? Что? Мужские свитера или там мужские кофты, свитшоты. Ну, если они 100% говорю тебе, честно. Ужас. Да, а, да. По-вашему, я не знаю, все ходят девушки, на минуточку. В нашем возрасте, в таких свитшотах, что ну, здесь плохого или что вы здесь мужского увидели? Ну, они еще, может, ну, я так думаю просто. Я предполагаю, я уже просто хорошо вижу наперед, что вообще могут... А даже если бы так? Настя, должна быть какая-то кофточка на пуговичках светлого цвета, к ней какие-нибудь брючки классические. Или юбочка классическая. Мини? Наверное, да? Да, ну не знаю, может быть. Или, я не знаю, длинная там. Может быть, кто его знает. Каждый за себя должен переживать и себе создавать свой образ, еще раз говорю. Мне, если удобно, если мне нравится, то я это буду покупать. В моем случае так и это было и сделано. Да. Так что ставим лайк. Кашляю. Ого, да ну да, ты что? Ты шо? Тогда игралась, Настя. Вот это я хочу снимать видео, она мне здесь что-то выделывает. Заказывали стриптиз. Ты шо? И теперь так ударилась сильно. Ты... Я прикалываюсь. Вот. Ну, не как, больно? Как сделать себе не настроение? Больно, говорю? Нет. Тогда прикалываться можно. Твоя сумочка подходит мне под джинсы, но... он только свитер сюда не вписывается никак. Ну, на улицу...
Тем более здесь на районе самый... Нас на районе! Подтяни ее повыше. А это я иду этот... Не звонят на зоне. На рынке что, когда внизу где-то, не здесь, а где-то внизу. Повыше нас подтяни. Она у меня отбирает все. Представьте, я надела кофту, потому что у нас холодно. 14 градусов, просто холодина. Холодина. Подтяни. Вот она у меня ситуация. Позавчера я иду мыть голову. Смотрю, мой шампунь открыт. Я сразу. Настя! Говорю, ты пользовалась моим шампунем? Nein. Нет. Что ты, твой Пантин, он не Was очень. Он плохой шампунь, я им точно не пользовалась. Я видела, кто его открыл. Пантин у меня только маска. Кто? Я тебе еще раз говорю, нельзя пользоваться Пантином. Почему? Кто Потому его открыл? Он сушит волосы и выпадение от этого шампуня. Кто его открыл? Настя, кто его открыл? Домовой. Ты? Все очень просто. Угу. Короче, ничего не признаю. Так же, как она... Вот она сейчас взяла эту сумку, она у меня не спросила, можно я ее возьму или нет. Она перед фактом ставит, она взяла, все, она идет. И конечно. Даже не важно, что... А почему я так делаю? Закончилась память на телефоне, мы ее уже успешно почистили. Да. Думали сегодня встретиться с Мариной, она предлагала там съездить куда-нибудь, либо недалеко, либо там еще была одна идея, но... Погодка не очень, и решили, что никуда никто не поедет, и, в общем, такое. Сейчас пойдем в магазин, будем сдавать бутылки, много накопилось всяких бутылок. Надо поздавать все. И все. Вчера занимались немецким. Поздно уже было, очень поздно. До двух, где-то с 12 до двух занимались. Дуолинго все-таки. Настя убедила, что Дуолинго очень даже ничего вариант. Она сопротивлялась, говорила, что ей Дуолинго не нравится. Меня ненадолго не хватает. Потому да, что... ее раздражает, когда там жизнь заканчивается, когда, она бесится. Когда много ошибок я делаю, типа, да. Не знаю, оно как-то все похоже, все возвращается, но это уже меня потом это очень сильно раздражает, мне хочется выкинуть прям телефон. Ну там, нам там еще девочка Катюша пообещала в Телеграм скинуть... Тоже классные каналы по изучению немецкого, поэтому да. Спасибо большое, Катя, да. А мы будем выпиваться. Изжога сильная. Вот вчера Настя сходила, я вообще же никуда не выходила. Не, я сейчас поставлю, наверное, на штатив, не могу держать. На штативе, я думаю, так намного лучше и вам, и нам. Вот. Вчера же я вообще никуда не выходила, потому что приболевшая, и дождь был целый день, ливень. С 8 утра как начался, так оно и продолжалось на протяжении дня. В общем, поэтому вообще никуда я не выходила. Настя вышла вечером в магазин, Настя на уборочке тут дома была. Все поубирала, умничка, постирала. А я отлеживалась. Но мне уже намного лучше, уже голос слышу даже сама, что уже намного-намного лучше. Вот это Настя вечером сходила в магазин, купила гречку. Гречка, кстати, очень дорогая в Реве. 2,49 за 400 грамм. 4 пакетика по 100 грамм. Это очень дорого, я считаю, конечно, за гречку вообще. Польская гречка. Да. Потом она купила рыбные палочки за 4 евро. Думала, как сэкономить, и в итоге ничего ей да, не сэкономила. Да, 20 евро, что купила, я не понимаю. Я вообще в шоке. Никаких ни фруктов, никакого ни мяса. Вообще. Вообще ничего не купила. Ну, вафли купила, да. Ну, чай я ее попросила, фьюсти, манго и ромашка. Что еще? Сок маленький. Что еще? Вода почти. Все, в принципе, ничего. Гильзы. Да и все. А, порошок. Вот что самое дорогое. Порошок мне нужно было. Кустирку запустить. Самый такой экономный. Кстати, вариант. Насчет гильз. Уже рассказывала. Ну, кто не слышал, рассказываю еще раз. В общем... недавно тоже заходили в Реве вдвоем на этой неделе, да, по-моему, или, да, 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 или на тех выходных, не помню. Заходили в Реве и тоже взяли гильзы, и у меня попросили паспорт. Я такая, паспорт из-за гильз? Она такая, да. Да, я была очень удивлена, как это вообще так. Не знаю. Это меня удивило, честно удивило. Не знаю, с другой почему. Стороны, Аня, это ее работа. Здесь, по-моему, даже пиво делать. Им продают со скольки? С 16 лет. Напишите, если я не ошибаюсь. Да?
Угу. Тогда где логика? Не знаю. Ну, короче, такое. Вот она купила что-то вчера на 20-ку. В итоге еды нет. Вот сейчас позавтракали. Завтрак-обед у нас был. Доели гречку, потому что вчера один пакетик на двоих, и сегодня один пакетик на двоих. 100 грамм в пакетике, вот. И рыбные палочки, конечно же, остались, потому что их там было много. 12 штук, по-моему. 4 евро. Ну, такие, в принципе, неплохие, но каждый день это есть. Мне лично они не понравились. Ну, да, хотя эта фирмочка дорогая, проверенная. Ну, как там... дорогая? Они все по 4, по 4,50. Но есть за 2,70, ну то вообще там. Это соленые, ну, сама суть. От рыбы одно название. Ну, огурцы как огурцы, не знаю. А, огурцы и соленые, вот. Вот это мы сейчас позавтракали, пообедали, типа, да, и все. Да. В итоге у нас вообще ничего нет. Да. Дыню эту мы выкинули, Настя вообще запретила, она орала, говорит, что ты даже пробуешь, говорит, ты что, зеленая, ужасная, вообще так обидно выкинули. Очень хочется фруктов, ну, короче, вот. И что сейчас покупать, даже не знаю, вот это сейчас дадим же бутылки, что покупать, вообще нет идей. Что такое можно приготовить, чтобы оно было. Потому что бесит каждый день, что каждый ну, день мы в магазине, на следующий день почему-то ничего нет. Что мы такое покупаем, не знаю. Ну, короче. И не едим, я бы не знала. Ну да, мы вообще... Мы же не едим, ну что, извините, типа вот вам 100 грамм гречки на двоих пакетиках. Не, мы вообще много сейчас не едим. Или палочки вообще. Мало. Мы стараемся по чуть-чуть, да. И... Обходим, ну, такое прям мучное. Ну да, вафельки. Но это были по скидке, и то на двоих, ну, да, взяли. Ну да, это же один раз. Всё. Что можно вода, взять, порошок. Я даже не знаю. Настя, есть у тебя какая-то мысль? Да вообще не я не хотела знаю. Цветную капусту, Настя не хочет. Я голубцы хочу очень. Она хочет голубцы, но у нас ну, нет да. Мясорубки. А куриный фарш, здесь это редкость, и если он и есть, то он продается перченый. И а он ну, прям это вообще не очень. Такое чувство, что, знаешь, мясо вроде пропадает, и его надо паприкой там. Ну, но да. На самом деле нет. Там кто-то писал, что... Что у меня вообще? Мне надо к парикмахеру. Просто для... Так они любят добавлять всякие паприки. Так, выровняла мне Настя волосы опять. Чуть-чуть. Они сильно чуть-чуть, старалась, да. Потому что я боюсь, и я говорю... Поменьше тебя вообще не использую, давай просто холодным феном. Ну сейчас да, секутся очень сильно, секутся. Видите, отросли уже сильно. У нас просто диван этот очень низкий. Я сижу как этот, знаете? Так, аккуратно. Сижу как... Вот, кончики надо подрезать. Короче, не знаю. Да, вот здесь секутся. Это после той стрижки это случилось, это сразу же видно. А я знаю это. Это капец. Я эту женщину не забуду до своих дней. Ну, честно, я что-то не знаю. Чтоб я ходила так, чтобы меня постригли. Слава Богу, знаете, лучше в тот день мне она мало отрезала. Хоть я и деньги не понизошу, отдала, она там вообще вот так отрезала. Но то, что она вот Аня сделала, это просто... Она просто поскубала ее. Это не стрижка, это человек, который занимается 20 лет или сколько там. Это ее профессия. Да что это было просто так сказано? На словах. Все такие на словах, а на самом деле, да. Это ужас. Ну ничего, я думаю, что если что, я тебе этот... вообще можно, я знаю, что вот эти машинки, что Марина поняла, машинка для стрижки, есть специальная насадка, и вот это все убирается. Надо посмотреть. Может, у нее есть эта насадка? Изжога у меня. Можно убрать. А чего у тебя изжога? Чего? Грибных каты? Палок? Да. Или от огурцов сильно соленые. Может быть, да. Да, потому что они сильно соленые. Водички ей выпей. Ну, позже будем тебя стричь. Чуть-чуть. Я не хочу тебе сильно их вообще. У тебя хорошие волосы. Да? Просто подровнять, да? У тебя хорошие очень волосы. Не красьте волосы никогда, пожалуйста. В моем случае особо. Всем это говорю. Сейчас любители, дети. Я не хочу. Сейчас дети, да, вот я смотрю, 8 лет. Мама, что мама, пожалуйста. Стоит, я хочу брать. Тут фиолетовые волосы. И там родители, боже, просят парикмахера. Типа, что-то. Пожалуйста, давайте не все, хотя бы прядку там сделаем и все. Потому что если так покрасить все волосы, ну она потом... Как я хочу избавиться от этого дивана. Это просто какой-то ужас. Аня. А что я должна сделать? Тебе я уже в бешенстве. Сказали. Что? Что можно тут прийти и что-то сделать ага. с ним. Когда? Можно попросить. Бесит просто нереально. Ничего страшного. Ну все, Аня, давай будем. Да, будем идти. Уже выдвигаться на улицу. Не знаю, будет дождь или нет. Вообще ничего интересного не можем ну, вам показать, потому что
реально выйти куда-то, вот так съездить, ну, извините, только вот переболели и опять под дождь, не хочется заново. Поэтому получается, что дома и сидим, можно так сказать. Так что, ребята, спасибо большое, да. Кто нас смотрел. Ставьте лайкосик нам. Покажу вот так пальчиком вверх. Да, ставьте лайк. Задавайте. Может, у вас какие-то есть вопросы, которые вам интересны? Мы можем ответить вам на эти вопросы, да, в следующем видео. Давайте. Всё. Всем пока. Целую. Всего вам самого хорошего. Пока-пока.